Новый год. Детям весело, подарки, дети рады, внуки рады. Ух ты. Всем привет! Вы смотрите новый выпуск проекта «Перекличка». Привет, телезрители! С вами, как всегда, Руслан и неповторимая курочка-матурочка. И легко повторимый Руслан номер два. Как остроумно! Ты вообще знаешь, о чем выпуск сегодня? А, точно! 1 сентября, выпуск про праздники. Но мы тогда с матурочкой добывать драгоценные ответы. Ну, смотрите под ноги. А мы переходим к третьему месту нашего онлайн-опроса. Каждый год первый день лета отмечается международный праздник «День защиты детей». Этот праздник одновременно и грустный, и радостный. Почему? Сейчас расскажу. Хорошо, конечно, когда мы, дети, счастливы. Но грустно, что мальчиков и девочек, которые живут в детских домах, приходится защищать. Поэтому Международный день защиты детей представители большинства общественных организаций, предприятий, которые имеют возможность помочь, стараются посетить детдома, приюты и другие госучреждения для детей, оставшихся без родителей. Считается, что впервые праздник ребенка организовал в 1925 году китайский консул в США. Он пригласил детей китайского происхождения к себе на праздник и подарил им подарки. В том же году в Женеве на Всемирной конференции по вопросам благополучия детей приняли решение проводить такой праздник ежегодно. А с 1950 года День защиты детей стал проводиться во всем мире, то есть стал международным праздником. Вот такая история у этого праздника, и теперь вы ее знаете. Кстати, в России совсем недавно начали отмечать еще один праздник – День семьи, любви и верности, и он тоже связан с детьми. По результатам нашего онлайн-опроса праздник 1 июня занимает 3 место. Сегодня мы вместе с курочкой Матурочкой спрашиваем у жителей города, какие у них любимые праздники и почему. Вот какой у вас любимый праздник? Какой у нас любимый праздник? Масленица. Масленица? Такого ответа у нас еще не было. А почему? Блины кушают. Подержите, я запишу. Или боитесь? Ух ты, какая ты смелая. Держи крепко. Держи вот прям крепко. И закрылась. Я запишу. Аккуратно. Такого ответа еще не было. Вот масленица, это, наверное, самый оригинальный ответ. Ну, кстати, масленицу я тоже люблю. Подскажите, пожалуйста, какой у вас любимый праздник и почему? День рождения. Да. Твой? Новый год. Твой? День рождения. А почему так Новый год? Семейный. А день рождения не семейный? Ну. Кто-то давайте поддержите, я запишу. Я составляю опрос. Кто смелая? Давай, я поддержу. Крепко. Так, день рождения. У кого? У нас. Вот. И Новый год. А у меня курица. Вот какой у тебя любимый праздник? Мой любимый праздник – это мой день рождения. Потому что тебе дарят подарки, да? Да. Поддержишь, я запишу? Не-не-не-не. Давай. Я думаю, ты точно знаешь, что нужно делать. Крепко. Ой. Крыло. Ага. Прям запишу. Но... Держи крепко. А если она улетит? Может. День рождения. Сегодня мы составляем опрос, какой у жителей города самый любимый праздник. Какой у вас любимый праздник? У меня День Победы. День Победы. 9 мая – это самый важный праздник в нашей стране, да? Я хожу на десятый пол, ну, со своим отцом. Да. И дядькой. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых популярных праздников у симферопольцев. Ты уже знаешь, что на 3 месте. 1 июня – День защиты детей. А такому празднику, как 1 мая, немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров. Именно 1 мая рабочие вышли на забастовку. Они требовали, чтобы рабочий день длился 8 часов. Поэтому сегодня большинство взрослых работает 5 дней в неделю по 8 часов. Традиционно все 1 мая выезжают на природу, жарят шашлыки и радуются солнцу. Ну а мы переходим ко второму месту нашего онлайн-опроса.
Второе место по результатам онлайн-опроса занимает праздник День рождения. Интересно, что еще 3000 лет назад до нашей эры в Египте отмечали этот праздник, и такой привилегией пользовались только фараоны и их сыновья. А самый дорогой день рождения в мире отпраздновал султан Бранью. 27 миллионов долларов потратил он на свое 50-летие. Это было в 1967 году. Еще 10 лет назад было принято готовить угощения для друзей и близких. Тихое застолье, иногда не очень, с танцами и какими-то развлечениями, играми и конкурсами. Гости готовили подарки виновнику торжества и поздравляли его. Часто подарки делали своими руками. Сейчас же вариантов празднования намного больше. Вся современная индустрия направлена на развлечения, но удивить своих гостей становится все труднее и труднее. Можно поехать в аквапарк, сходить в кино, кафе, поход, парк аттракционов, игровую комнату и многое другое. Каждый отмечает день рождения по-своему. Но все мы очень любим и ждем в этот праздник какого-то волшебства. И это касается не только детей. Взрослые на самом деле тоже очень любят этот праздник, потому что все вас поздравляют, говорят вам комплименты. Вы самый главный в этот день. И все равно не нужно забывать о родителях, ведь это и их праздник тоже. Поздравьте их! И вообще, как бы вы ни праздновали свой день рождения, пытайтесь радоваться. А в нашем топе он занимает почетное второе место. Скажи, пожалуйста, какой у тебя любимый праздник? День рождения. А почему? Потому что все поздравляют. Тебя? Да. А и подарки дарят, да? Естественно, да. А чей-то день рождения тебе не нравится? Чей-то тоже нравится. Ну, кстати, день рождения – это, наверное, самый популярный ответ. А есть у тебя еще один праздник, который ты очень любишь? Пасха. Вот этот ответ тоже редко дают. Подержишь, я запишу? Без проблем. Только за крылья держи. Сегодня мы составляем опрос. Подождите, не убегайте. Не убегайте от меня. Сегодня мы спрашиваем у жителей города, какой у них самый любимый праздник. Какой Новый у вас? Год. Новый год. А Новый почему? Год. Просто Новый год и все. А день рождения вы не любите, да? Нет, не люблю. Подскажите, пожалуйста, какой у вас любимый праздник? Мы сегодня составляем опрос. День рождения. А чей? Мой. А почему? Потому что я люблю подарки. Дарить или получать? Получать. Хорошо. Подержишь, я запишу. Только крепко, за крылышки она может улететь. День рождения. Ну, день рождения я тоже люблю. Как настроение? У нас моторочка тоже, и поэтому сегодня мы вместе с ней спрашиваем у жителей города, какие у них любимые праздники. Вот из этого города. Ну, как праздник-то у вас какой-то любимый есть? Праздник? Да. День рождения. День рождения? А чей? А почему? Все поздравляют, дарят подарки, да? Хорошо, спасибо. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых популярных праздников среди симферопольцев. Делаем мы это, как всегда, двумя способами – в онлайне и офлайне. Если со вторым все понятно, Руслан с курочкой-матурочкой опрашивает жителей города. То с онлайном не все так просто. Свое мнение уже высказали интернет-пользователи. И остается самый главный вопрос. Кто же расположился на первой строчке нашего рейтинга? Новый год – это, оказывается, самый любимый праздник и детей, и взрослых. Но что же в нем такого особенного? Все просто. Этот праздник для всей семьи. Ведь каждый найдет свой подарок под елкой. А вы знали, то, что раньше Новый год праздновали с наступлением весны, 1 марта? Да-да, было и такое. А еще некоторое время этот праздник отмечали 1 сентября. Согласитесь, что сейчас было бы не очень удобно праздновать и Новый год, и Новый учебный год в один день. В 1699 году император издал указ, похожий на инструкцию, как правильно отмечать Новый год. Во-первых, всем было велено украшать свой дом елками. Во-вторых, надо было в полночь стрелять в воздух из пушек, ружей и мушкетов. Это был такой салют. Сейчас, конечно, никто не стреляет из пушки, но многие запускают фейерверки и салюты. Правда, делать это надо по правилам и в присутствии взрослых. Новый год у всех разный, потому что у каждой семьи есть свои традиции. Например, мы все собираемся у бабушки, накрываем на стол, встречаем родственников и ждем подарки. И мечтаем, что следующий год будет счастливым. Подскажите, пожалуйста, какой у вас любимый праздник? Новый год. А почему? Люблю Новый год. А не день рождения, да? Новый Нет. год лучше. Да, Новый год лучше. Поддержите, я запишу. Мы составляем опрос. Держите крепче.
Ну, Новый год, да, праздник. Но только Новый год хорош, когда есть снег. Когда нет снега, пасмурная погода, слякоть, это не Новый год. Как ее зовут? Моторочка. Моторочка? Матурочка. Матурочка? Да, я с ней хожу, гуляю. Это что такое? Это курочка. Сегодня я с ней гуляю и спрашиваю жителей города, какой у них самый любимый праздник. Да, самый любимый праздник, да. – Новый год. Новый год. А да. Почему? Потому что я вот переживаю этот год, бабушка Наташа, пережила. Значит, дальше буду жить. Да. Очень хорошо. Новый год. Детям весело. Подарки. Дети рады, внуки рады. Ух ты. И новый, начало Нового года. Начало новый года. Лист, да? Да, какие-то планы строятся уже. Вот. Хорошо. Так. Большое курочки, спасибо. Привет. Хорошо. Это что, курица? Да, это курица. Я с ней сегодня гуляю и спрашиваю у симферопольцев, какой у них любимый праздник. А какой у вас любимый праздник? У меня день рождения. А у меня Новый год. А почему? Есть какой-нибудь праздник, который необычный? Вот 9 мая, или 1 апреля, или вот 8 марта, девочки, наверное. Любите 8 марта? Ну, он такой себе. Почему? Ну, мне не нравится. Поддержите, я запишу. Значит, Новый год и день рождения. Да. Поддержите, я запишу. Кто смело? Или боитесь? Я не смею. Ну, тогда просто погладьте. Погладьте, это просто курица. Она не кусается, она добрая. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какой праздник самый любимый у симферопольцев. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети. А в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, 1 июня – День защиты детей, занимает третью строчку, день рождения – вторую, а лидером интернет-голосования стал Новый год. Это мнение тех, кто голосовал в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На третьем месте – Пасха. Второе место прохожие отдали Новому году, а день рождения стал самым популярным праздником, по мнению общественности. Вот такие дела. Как дела? Все хорошо. Мы с Матурочкой все узнали. Ну что, поведай тайну. Какой самый популярный праздник? Я скажу так. Главное, чтобы на этом празднике были близкие тебе люди. Да, Матурочка? Это, конечно, интересно, но нам пора прощаться. С вами, как всегда, были Курочка, Матурочка, два неповторимых Руслана. Всем пока!